Напоминаю, этот канал некоммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежной, информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Вашингтон Пост. Часть сотрудников Госдепа попросила привить их спутникам ВИ. Евразия Дейли за 18 февраля 2021 года. Американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются к местным властям с просьбой сделать им прививку местными вакцинами. Причина таких просьб в нехватке препаратов американского производства, пишет Washington Post со ссылкой на источники. В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутник V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем, отмечает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц. Газета добавляет, что «Спутник V» не был одобрен в США, и Госдеп не рекомендует его использование своим сотрудникам. Однако они могут самостоятельно принимать решения относительно вакцинации. Как сообщала Евразия Дели, сегодня та же Washington Post объявила, что вакцины Pfizer и BioNTech и Moderna показали низкую эффективность в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса. В связи с этим правительство и Южной Африки вынуждено переориентироваться на однофазную вакцину компании Johnson & Johnson. Washington Post. Часть сотрудников Госдепа попросила привить их спутником V.